Более 200 человек трудятся на городских предприятиях в рамках проекта «Молодежные трудовые бригады». Этим летом спектр вакансий для молодежи крайне разнообразный. Ребята уже активно работают на благоустройстве города, косят и сгребают траву. Также требуются разнорабочие, официанты, вожатые, работники в совхозы и на стройку. Всего около 1000 предложений. О доступных в этом сезоне вакансиях новым участникам проекта рассказали представители городского центра занятости. Встреча прошла на базе молодежного центра «Горком-35». Лето хочу провести с пользой, чтобы заработать денег, чтобы благоустроить город. Деньги свои хочу потратить на учебу, чтобы дальше развиваться. Напомним, городской проект «Молодежные трудовые бригады» реализуется в областной столице 6 лет. За это время работу на лето смогли найти 7 тысяч молодых волокжан. В общей сложности они заработали 80 миллионов рублей. Также проект помогает ребятам с юного возраста приучаться к труду и становиться более самостоятельными. А самое главное – это возможность определиться с профессией. Раньше, мне кажется, ребенок пойдет на работу, то у него уже к 18 лет – к 18 годам уже будет опыт, и то есть он уже будет знать, понимать, куда, как, куда нужно идти, куда не нужно и что он хочет. Возможно, если ребенок пойдет 14 лет работать в разные сферы, да, он посмотрит, возможно, это ему поможет даже определиться в жизни, на кого идти поступать. Количество желающих присоединиться к проекту «Молодежные трудовые бригады» постоянно растет. Чтобы стать его участником, нужно заполнить заявку на сайте вологдапортал.ру или в молодежном центре «Горком-35» по адресу Советский проспект, 24. Принять участие в проекте могут все желающие от 18 до 25 лет. Егор Канавин, Михаил Прищев, Вологда Портал.